Это случилось утром, после ночной вылазки. Я нашел случайно. Но как будто по велению судьбы. Береги себя. Я обещал себе, что если вернусь живым, обязательно разыщу ту девушку. И скажу ей спасибо за то, что уберегла. Я Бет. Логан. Что привело тебя в Хэмптон? Долгая история. Парень ищет работу, а я не могу от него избавиться. Как ты его выпроводила? Наняла на работу. Ты же ничего о нем не знаешь. Ты тоже. Экранизация романа Николаса Спаркса, автор бестселлера «Дневник». Кто это? Просто парень, которого мы наняли на работу. Привет. Любишь курицу с овощами? Бен, отстань, у Логана свои планы. Я уже не помню, когда у меня в последний раз были планы. Эта кастрюля точно будет сиять. Думаешь, я не понимаю, что тут происходит? Ты больше не имеешь права мне приказывать. Мы просто выпьем пиво, как коллеги. Это не свидание. Я давно хотел тебе кое-что рассказать. Прости, что не смог подобрать слов. Эй, он и мой сын тоже. Отпусти меня. Сделай, что она просит. Ты не представляешь, что это за жизнь. Представляю. И ты заслуживаешь большего. Не смей вмешиваться в мою жизнь. Тебя нужно целовать каждый день, каждый час, каждую минуту. Откуда она у тебя? Нашел у твоего сладкого Логана. Я же хотел сказать, я пытался, но не знал как. Человек является к тебе в дом с такой личной вещью, что-то здесь не так. Логану судьбой было предназначено найти эту фотографию, а тебе предназначено встретить его. Как можно объяснить то, что сам не можешь понять до конца? Зак Эфрон. Тейлор Шиллинг. Зачем ты приехал сюда? Чтобы найти тебя. Счастливчик.